Вітаю, в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні ректор Одеського державного екологічного університету, голова ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону Сергій Степаненко. Сергій Миколаївич, я вас вітаю. Доброго і дня. І ми згадуємо, яким був минулий рік. Він був важкий у епідемічному стані, але для екології, для стану навколишнього середовища нашого регіону, нашої країни, він був також важким. Що зараз говорять екологи про те, саме про тенденції такі? Тобто, чи будемо ми спостерігати і надалі такі важкі умови? Да, действительно, 2020 год, он со всех, наверное, сторон, как говорится, високосный. Так. Високосный, да. Если говорить в климатическом плане, то, к сожалению, это был один из очень тяжелых периодов, когда мы наблюдали, во всяком случае, для Одесской области, и не только для Одесской области, сильнейшую засуху, такую засуху, которая, в общем-то, привела к резкому упадку сельского хозяйства в Одесской области, когда люди, занятые сельхозпроизводством, поняли о том, что те изменения климата, о которых говорили климатологи постоянно, вот они уже пришли. И, к сожалению, да, эти изменения климата для Одесской области, они оборачиваются все больше и больше засушливостью. И вот те наработки, которые есть в экологическом университете, говорят о том, что эти засухи, их частота будет все увеличиваться. Тобто такі умови, вони вже не будуть екстремальними, а це вони вже, буде, взагалі-то побутова ситуація, до неї треба пристосовувати. Тобто ми к ній вже повинні привикати о том, що вот а засушливость климата – это прежде всего бьет, если мы говорим не о сельском хозяйстве, а о наших водных ресурсах в Одесской области. Одесская область, хотя она находится, ну, в ней протекают несколько крупных рек, таких как Дунай, да, это такое как Днестр, Южный Буг. Если мы будем говорить о малых реках, средних реках, то они практически пересыхают, водоемы пересыхают. Давайте вот посмотрим, такие реки большие реки, я говорю о больших реках, как Тильгул, Большой Куяльник, протяженностью 130 километров, другая 180 километров, они практически исчезли в этом году. Река Тильгул не питает соответствующий Тильгульский лиман, река Большой Куяльник не питает Куяльницький лиман. Куяльнику ми знаємо, що там не тільки проблема саме у засусі, тобто у посухі, а проблема саме в тому, що водокористування цією річкою дуже неправильне з точки зору екологів, так? Ні, воно преступне. Вот так. Но я можу сказати, що по ріці Тильгул теж саме. Тобто доля Куяльницького лиману, вона очікує і Тильгульський лиман. Да, но в Тильгульском лимане сейчас хоть реализовали, хоть криво, хоть косо, но реализовали проект канала, который соединяет Тильгульский лиман с морем. То есть, если бы не было этого канала, то Тильгульский лиман из пресноводного лимана с чистейшей пресной водой, он уже за последние 20 лет превратился в соленый лиман, да? Где соленость была в два раза выше, чем в море. И соединение это дало возможность, ну, немножечко распреснить, видите, морская вода распресняет, как вот распресняет. Звучит, начебто, абсурдно, но действительно. Вот. А по Куяльницкому лиману, к сожалению, к великому сожалению, у нас... то есть, понимаете, вот 2020 год показал, что даже если мы уберем вот эти искусственные сооружения, те запруды, ставки,
куда отводится, там у нас точные данные есть, допустим, по Куяльницкому, по реке Большой Куяльник, куда отводится не менее 75% стока этой реки. Так, тобто 75% могли бы попасть все ж таки, да, саме у Куяльник. Но этот год показал, что вообще стока нет. Угу. То есть, что сохнут эти ставки, которые повырывали, да, что все равно воды нет. Просто нет. То есть все равно нам нужно думать о том, ну, конечно же, вот я говорю здесь уже как председатель бассейнового совета рек Причерноморья, нам нужно думать, что произойдет в течение ближайших 10 лет, как нам жить дальше, как строить экономику нашей области, ведь водные, скажем так, артерии, эти реки, если они пересохнут, они вместе с ними уйдет и население. Економіка совершенно другая должна бути вже. Я так розумію, що якщо пересихає та річка, то це впливає і на почву поряд, так? Конечно, это висухають колодці. Угу. То есть, ну а як можна строїти, ну, людям жити около пересохшей реки, да? Если им вода нужна, ну хотя бы для того, чтобы не только для того, чтобы пить, а для того, чтобы содержать домашнее хозяйство, содержать приусадебный участок, и не только приусадебный участок, а еще и, скажем так, использовать ее для там, содержания, ну, выращивания крупного рогатого скота, там, свиней и так далее. Вода нужна. Ну, то есть люди должны понять, что в ближайшие 10 лет это может произойти, ну, коренная перестройка экономики, то которой они привыкли. Треба брати приклад там з Ізраїлю, який у пустелі вирощує, ну, совершенно верно, має сільське господарство, але це інша зовсім система господарювання. Совершенно верно. Это для того, щоб це перестроїти, спочатку потрібно перестроїти мозги. Угу. Да? А если мои деды, мои прадеды жили здесь, и они вот так это делали, да, как мне это все перестроить? Дуже важко. Вот. А во-вторых, это нужны финансы. Это нужна финансовая поддержка этим людям, чтобы они смогли перестроиться, чтобы они могли... Ну, поки що вони тільки втрачають, мені совершенно... здається. А смотрите, посухи. Что в этом году происходит? Мало того, что у людей, вот сельхозпроизводителей, огромнейшие убытки, да, государство ведь отказалось им компенсировать даже что-либо. Ну, вот как им жить? Ну... Что им... Только надеяться на 2021 год? Ну, мені здається, що і проблема в тому, що держава не має бачення, як у подальших цих умовах діяти. Совершенно верно, потому что нет государственного плана адаптации к изменениям климата в различных, во-первых, регионах, ну, а во-вторых, кожен регіон по-іншому. Да, а во-вторых, в каждой отрасли экономики, потому что ведь это затрагивает не только сельское хозяйство, это затрагивает и транспортное сообщение, это затрагивает и коммунальное хозяйство. Ну, какую отрасль мы не возьмем экономики, это будет затрагивать энергетику, все что угодно. То есть и заканчивая, или нужно начинать со здоровья людей. Да? То есть, да, это вот, по-перше. Поэтому я думаю, что просто сейчас вот это десятилетие, вот, которое началось в 2020 году, конечно, не дай бог, чтобы это повторилось и в 2021 году, но этот год был, ну, скажем так, очень серьезным звонком для всех, что это не какое-то чрезвычайное происшествие, которое вот один раз было, и да, больше уже не будет, мы будем вспоминать это как какой-то страшный сон. Нет, вот мы говорим о том, что частота этих будет увеличиваться. И эти 10 лет, они являются критическими, вообще говоря, для этой перестройки. То, что касается водных ресурсов, это одно питание, то есть это великий
пласт проблем. Але взагалі ось це збільшення температури, саме Україна більш всього страждає від цього. Так, кліматологи говорять, так? Саме територія України. Будемо так говорити. Якщо брати по всьому земному шару, то северо-восточні части полярные гораздо более. Они там нагрелись уже более 6 градусов по сравнению там, концом 19 века. Украина попала вот в некую такую полосу, которая идет от Финляндии и через Турцию, вот такая вот полоса, экстремального, будем так говорить, поднятия средней температуры воздуха в умеренных широтах. В умеренных широтах. Да, и Украина, к своему несчастью, попала. Я раньше, в общем-то, и климатологи считали, что в Украина, в общем-то, попадает по тем предварительным прогнозам, что здесь у нас будет более-менее благоприятные условия, а она попала вот в это, пока объяснить вот эту полосу, физику, причины этого, аномалии мы не можем, но вот есть, и действительно, в прошлом году Украина была одной из трех стран, где наблюдались наиболее высокие температуры по сравнению с концом XIX века, более 2,5 градусов. И вероятнее всего, что и в этом году ми продовжимо цю ж тенденцію. Але ми знаємо, що ось такі зміни клімату, вони приносять також екстремально високі осадки, які зосереджені там в одну чи дві доби, так, там, коли випадає місячна норма. А чи може це компенсувати ось ці засушливі процеси? Действительно, изменение климата – это многогранный процесс, да, мы поэтому не говорим потепление, да. И увеличение средней годовой температуры воздуха – это одно из проявлений климата, и, к сожалению, вот Украина попадает в этот. Вторая особенность этих изменений климата – это увеличение частоты экстремальных погодных условий, да, экстремальных явлений погоды. Тобто дощу нема, а потім раз, совершенно за 3 місяці все змило. Это не только дощ, но и снегопады, и это и шквалистые ветры, это появление в Одесской области, то, чего мы вообще экзотических вещей, торнадо. Это торнадо, совершенно верно, в этом году еще более сильные торнадо прошли, которые, слава богу, они прошли без человеческих жертв, но это действительно так, то есть шквалы, усиление ветра, это все есть, и вот вы говорите, в среднем, да, вот было засуха, а потом выпали экстремальные осадки, это не может это компенсировать. Почему? Потому что экстремальные осадки, почва не успевает впитать для того, чтобы насытить почву, уйти в подпочвенные воды и так далее, в подземные воды. А это поверхностный сток, который стекает по поверхности в низменности, будем так говорить, тех самых высохших рек, которых уже давно нет. Тобто, да? И речки також не наповнюют такие экстремальные опады? Они наполняют их на неделю. На неделю, и все. А вот еще второе, это то, что это так называемое, есть такой сейчас уже у гидрологов появился термин, внезапные паводки. То есть не только на тех реках, которые есть, но и на тех, в тех руслах, которые давно высохли, и которые уже человек освоил. Хорошо, если там сельхозугодие, которое просто смыло. Роков, мне кажется, под Овидиополем была такая ситуация. Да, это 2 года назад. А вспомним мы чуть раньше, там 2013 год, это Тарутинский район. То есть
Человек в этих низменностях, почему? Потому что у нас климат засушливый, поэтому если внизу, там ближе вода, там лучше урожай, человек там вроде бы никогда тут не было ничего, да? А вот эти внезапные паводки, потому что интенсивность этих осадков возрастает, идет паводок, сносит, хорошо, если это только там сельхозугодие, а если там дома построили, все. Вот вам еще одна, мы говорим, это вторая особенность изменения. А вот для Одесской области очень важно это постепенное поднятие уровня Черного моря, которое увеличивает опасность и интенсивность оползневых процессов в Одесской области. Это давайте еще вспомним. Одно великое питание самое для нашего места. Совершенно верно, причем это требующее огромных капитальных затрат. Мені здається, воно потребує затрат на вивчення цих процесів, а цього, мені здається, зараз так от спрямовано не роблять. К сожалению, да, от учених ждуть, щоб вони дали свої рекомендації, но при этом не фінансирую їх на протяжении 30 лет їх исследования. Без исследований никаких рекомендаций никто дать из ученых не могут. Ученые – это не волшебники, да? Они исследователи. Они должны исследовать, а для того, чтобы исследовать, нужны фінансові затрати. Я дякую вам, що прийшли до нас. Нагадаю, що в гостях у нас сьогодні був ректор Одеського державного екологічного університету, голова ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону Сергій Степаненко.